Всем привет. Я что-то сегодня пишу вам голосовуху вдвоем с Линой и нервничаю. В общем, мы хотим сегодня обсудить для вас и потом обсудить с вами тему про жизнь как пиньята. Это я случайно придумала аналогию, когда мы обсуждали поведение Лининой собаки. Ее зовут Ниба, и мы ее будем упоминать сегодня в голосовухе. Скажи здрасте. Всем привет. Громче. Всем привет. Спасибо. Я просто не знаю, будет ли слышно. В общем, как мы вообще... С чего оно вообще всплыло, эта пиньята? Ну, я приехала к тебе в гости. И Ниба стала бегать по квартире. И да, мы заметили пиньяточное поведение. Синдром пиньяты. Да. Синдром пиньяты. А, я рассказывала про этого сеттера, который, когда находится в помещении, он, ну, там, сука, и она такая, типа, она начинает тыкать во все подряд. Это, на самом деле, это был самый первый кейс, когда я предложила собаку в помещении взять на поводок, и она заснула в течение 2 минут. Первый кейс поводка дома. Вот, она себя вела так, как будто, ну, вот она, типа, нюхает это, нюхает то, нюхает все. То есть она ищет, тычется во все носом, не потому что ей что-то надо, а она ждет, пока ей хозяйка или я, ну, типа, какой-то человек скажет «нет!» Пока ее завернут как лялечку. Что? Ну, знаешь же, маленьких детей пеленают, чтобы они не ёргали руками и ногами, чтобы им было легче уснуть. Да, вот. Да. Она таким образом как будто ищет помощи чтобы вовне, её... пытается, как суицидник, дать сигнал, помогите мне, дайте мне поспать. Или... Ну, да, но она как бы еще у нее очень сильно было вот это поведение закреплено из-за горячей. Да. Закреплено из-за поведения хозяйки, потому что она на нее типа она пингует хозяйку в первую очередь, а не окружающие. И если что-то нельзя трогать, то тут на меня точно обратят внимание. И вот мне точно это надо. Типа у нее было больше, ну куколку это больше, мне кажется, про Нибу. А я не понимаю, в чем тут разница, потому что мне кажется, что ну вот если бы в квартире никого не было, она бы не играла в эту пиньяту. Она бы... Она же это делает. Если бы была только ты? Не, если бы меня не было. Не, она бы пошла шарахаться по столам, ты чё? Объясни тогда, пожалуйста, разницу между сеттером и... Сеттер хочет... Бля, сейчас, это сложно. Я что-то... Сейчас... Как будто бы для сеттера самоцель не бродить и во все тыкать, а бродить и во все тыкать, чтобы на нее обратили внимание. Потому что когда ты на Нибу обращаешь внимание, она просто сюда перестает тыкать и идет тыкать в другое место. А сеттер, она такая, типа, ага, вот сюда это нельзя, мне точно надо. И они зашли, и я хозяйке говорю: типа, все, пусть она носится, ну, типа, посмотрим, что будет. И она бегает, ну, и мы как бы просто что-то начали разговаривать, я вроде кофе сделала, и она начинает наяривать по комнате, она на столы не запрыгивала, хотя могла бы, вот, но она, типа, начинает тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, она все как будто еще прихватывает, знаешь, вот, что стырить, и в тот момент, когда она полезла мне на стол, где у меня было разложено паяние, а там кислота. Ну, она типа не супер какая-то едкая, это ортофосфорная кислота, она не это. Она там минимально как-то, в общем, можно обжечься, но в основном от горячей остаются следы. А так обжечься можно только если ее намазать на палец и не смывать пару минут. Вот. И, в общем, вот когда она туда полезла, я такая, нет, она такая... Точно! Бинго! Это то, что мне было надо. Вот. А у Нибы, у нее как бы поведение мне надо
на что-то зафиксировать. Я не могу остановиться, и я не могу ни на чем зафиксироваться. Я очень сильно нервничаю, я очень сильно беспокоюсь. Я буду искать просто какой-нибудь быстрый дофамин, который получится. Получится стырить какой-то еды? Окей. Получится доколебаться до какой-то собаки и подвигаться? Окей. Потому что она ж не доколёбывается до нас. Понимаешь? Она именно ходит, типа, не получилось здесь, я пойду на кухню. Не получилось на кухне, я пойду в другое место. Как только ты с ней закрываешься, она засыпает. Это похоже. Но она до нас не доколёбывается только потому, что мы ей не отвечаем. Потому что если бы... ну вот, когда ко мне в гости кто-то приходит, она доколёбывается вот до самого последнего. И я заметила, что ну, ко мне часто приходят подруги, и она к ним по-разному относится. Она к одному человеку доколёбывается больше, чем к другому, потому что первый больше отвечает. Ну, оно там типа само себя подкрепляет, получается. Но глобально я вижу это поведение, ну, типа поведение Сеттера и поведение Нибы как два разных поведения. Типа у них разная цель. Почему Сеттер так хотела куда-то влезть, я не могу сказать, потому что я слишком мало это наблюдала, и я слишком мало с этим общалась. То есть я не жила с ее хозяйкой, и она не была у меня в гостях несколько дней с этой собакой. Вот. Но у нее собака была, как бы она ей наподкрепляла так, что чем более всрато ты себя ведешь, тем это вот то, что мне надо. Неудобно. Типа, мне это то, что мне надо. И там хозяйка как раз, которая... У нее с пиньятой тоже сложные отношения. Короче, вернем. Так, я ответила. Да. Возвращаемся к пиньяте. Да. Смысл в том был, что собаки и люди себя ведут определенным образом, и как будто бы они играют в пиньяту определенным образом и с учетом каких-то своих специфичных психологических и физических особенностей. Вот. И, допустим, Ниба играет в пиньяту так, что она просто молотит, не глядя, и в какой-то момент ее разбивает и получает джекпот. Вот это была изначальная, по-моему, идея у нас, да? Что вот она тут что-то проверяет, там что-то проверяет, и, в принципе, она в целом ищет еду. Как бы. И от людей, возможно, кстати, она тоже ищет еду. В итоге. То есть она лезет, 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 и потом, как я провожу рукой, оно меня выхватывает. Типа, чтобы от меня получить еду, ей не надо со мной коммуницировать, ей надо подловить. А чтобы от других людей получить еду, или как, допустим, Апачи хочет получить игру от какого-то человека, он будет такой: «Привет! А давай ты меня погладишь». Ну, это я сама наподкрепляла еще в самом этом. «А давай ты меня погладишь». Случайно. «Давай ты меня погладишь». Вот так погладь, вот сяк погладь. Мяч. У него вот так происходит. И он такой: «Так, ты меня погладил. Теперь моя очередь получать свое удовольствие. Вот. И у меня тут есть. Давай мы в это поиграем». Вот крысятинка. Ну, я случайно. Я не знала, что так будет. Вот. И, ну, потому что он изначально был вообще не тактильным и не ласковым, и я его, как бы, когда он чуть-чуть со мной расслаблялся, и его можно было там потискать и попросить его дать Бусю, а он не из тех собак, которые нализывают лицо. Типа, когда я его прошу дать Бусю, он обычно, помнишь, я тебе, по-моему, вот уже рассказывала, что, типа... нет, это на созвоне с Лерой было. Я говорю: «Смотри, я его 3 или 4 раза попросила с языком. У меня даже специальное слово для этого есть. Потому что мне нравится, когда он делает такой лись. Не слишком, не слюнявый, не слишком длинный, просто лись». И я говорю: «Лер, вот ты заметила вообще, я его 4 раза попросила. Он 2 раза ткнул воздух возле меня, 1 раз ткнулся носом, и когда я сказала языком, он несколько... нет, там не 4 было больше, он несколько раз лизнул воздух, и потом в итоге он так и не лизнул меня в щеку, он лизнул рядом и макнулся вот так губой, чтобы губа загнулась и типа как бы влажным все-таки прикоснулась, но не языком». А когда он что-то хочет, он приходит и такой: «Мамочка». Подползает, голову подползает и такой...
То есть он прям, он знает, что я хочу, он знает, как это должно выглядеть, и когда ему надо, он это делает. Угу. Чмошник. И потом несет мяч, конечно же. Ну, уже не несет, но он такой, он типа знает, как попросить, он замирает и такой, ну что, теперь моя очередь? Ну, давай теперь моя очередь. Вот, и, короче, смысл был в том, что Ниба хреначит пиньяту, просто не глядя, в надежде, что из нее что-нибудь выпадет. Вот. А есть еще другие варианты. И люди, в принципе, тоже живут по принципу пиньяты. Они тоже и воспитывают собак тоже как бы по принципу пиньяты. То есть можно хреначить не глядя, можно хреначить просто в одно и то же место и ждать, что оно наконец-то сработает. Да почему-то никак. Можно долго готовиться к удару, долго прицеливаться и потом промахнуться и думать, что все не работает. Или наоборот, попасть и гордиться тем, что у вас получилось все легко, хотя подготовка была очень обширной и подробной. И нейроотличные люди, например, в этой ситуации, это прям моя боль, потому что они такие: надо хорошо подготовиться. Все нормально. Вот я бью в эту точку, там такой огромный крест, мимо которого невозможно промахнуться. Невозможно. У тебя огромная кувалда, которая... Она легкая. Ей невозможно промахнуться. Ты бьешь и, сука, промахиваешься. Потому что в последний момент где-то громыхнуло, твой СДВГ такой, там что-то происходит, ты отвлекся, и ты просто промахиваешься. И это так обидно. Наверное, еще это связано с какой-то тревогой, которой ты себя накручиваешь, когда готовишься. Типа, я не могу промахнуться. Ну, это прям отдельно. Это прям отдельно. Даже если ты не тревожишься, типа, если есть нейроотличие, и ты не тревожишься, ты все равно, скорее всего, промахнешься, и тебе, чтобы не промахиваться, надо повторить там нейротипичному человеку надо повторить 10 раз, а тебе надо повторить 110 раз. Угу. Это так работает. И да, вот. Я это хотела сказать. Блин, мы когда обсуждали позавчера, это все звучало как-то более легко. Ну, мне кажется, что это звучало очень легко и очень прям так понятно, потому что это было построено вот таком на свежаке. Да. Мы прям раскололи Нибу и как у нее это все работает. Потому что вот она попала в ситуацию, где ей очень ново все, некомфортно и тревожно, и это поведение стало очень ярким, и тут мы поняли, что она просто хреначит. Дело, да. Как бы ей же она сытая, она уставшая. Почему она ходит вокруг и хреначит пиньяту? Оказалось, что ей просто, ну, как я поняла, что ей просто тяжело, и она таким образом пытается. Она типа находит что-то, на чем можно сосредоточиться, потому что лежать она не может. И когда она стоит, ей надо что-то делать. Да, и если она что-то делает, то ее в конце концов могут завернуть как лялечку, да, пойти увести в комнату, и тогда она расслабится и поспит. Да. То есть это в любом случае приводит либо к джекпоту в виде там какой-то еды, если она что-то стырит, либо она наконец-то отдохнет и поспит. И по сути получается, что это такой ее способ справляться с трудной ситуацией. То есть она не умеет сама лечь и расслабиться, ее нужно взять на поводок, или ее нужно. Ну, на поводок ты помнишь, как было в первый раз. Поводок не работал. Типа, она настолько. В первый раз, когда после прошлого кемпа вы у нас были же тоже недолго. И поводок тогда не работал. То есть она часа полтора метусилась на этом поводке. И она, ну, орала. Типа, и она орала, и она не могла улечься. И как бы тогда, вот я сейчас думаю про год назад, и я не понимаю, ну, не то, что не понимаю, я думаю, что, типа, как мы могли ей помочь, только запереть тебя в отдельную комнату вместе с ней. Но как бы потрындеть? Ну да. И тут мы приходим к этому, знаешь, в сратому компромиссу, ну не в сратому, а к этому сложному компромиссу, когда тебе, ну, есть какие-то твои желания, есть какие-то желания собаки, и вам их надо как-то скомбинировать так, чтобы никому не было супер плохо,
и чтобы потребности как-то более-менее скомпенсированно удовлетворялись. Да, это сложно, когда собаке так тяжело в каких-то новых ситуациях. Поэтому мне вообще очень нравится твой подход сразу жить такую жизнь, которую ты хочешь. Ну, в смысле, да, если ты хочешь пойти в какой-то кабак с собакой, но собака еще не очень умеет, бери собаку. Так, блин, а как она научится? Да, ну вот такое ощущение, как будто в другом варианте люди пытаются выбирать какие-то подходящие дни для того, чтобы... Вот сегодня у меня есть ресурс, чтобы этим заниматься. Да, тогда возьму собаку. А обычно ресурса нету, и получается так, что ты 9 раз ходишь один. На 10-й раз идёшь с собакой, собака устраивает там погром. Да, и это ты такой, итоге... больше никогда. И эффекта в итоге мало, потому что недостаточно часто... Повторений, да. Но тут про ресурс не очень точно, потому что это окей, что ты опираешься на свой ресурс. Но это тут больше, знаешь, проблема не в ресурсе, а в том, что люди, типа, я пойду со своей собакой куда-то, когда она научится это делать. А времени ее учить, а учить ее этому очень сложно. И поэтому я подожду, пока у меня будет ресурс на то, чтобы ее учить, и тогда мы пойдем, и вот так, и тогда, может быть, я ее начну учить, и тогда и вот это все откладывается на какое-то огромное время, потому что тебе кажется, что можно прийти куда-то только когда собака уже себя идеально ведет, или куда-то поехать, или какое-то устроить, не знаю, или кого-то в гости позвать тогда, когда собака будет уже уметь. Но, блин, время идет, собака растет, она это умение само по себе не перерастает. Да, и получается, что ты стоишь возле пиньяты с этой палкой и целишься. И ты даже не целишься, потому что у тебя нет сил на то, чтобы научиться целиться. Не то чтобы бить. Ну, типа, ты просто стоишь рядом с этой пиньятой. Ты такой, я знаю, что я промахнусь, я не буду бить. Да! Я ударю тогда, когда я буду точно уверен в результате. Ты никогда не будешь. Да. Угу. Ну, типа, ты никогда не будешь. Потому что когда ты наконец-то дозреешь, тут еще тоже это ловушка. Потому что когда ты дозреешь до того, что ты наконец-то уверен в результате, ты себя настроил, ты промахнешься. Угу. От того, что это слишком долго ты стоял с этой палкой, у тебя рука занемела. Ну. Да, это вообще. Про весь экспириенс, мне кажется, иметь собаку, потому что ты должен приучить себя к дискомфорту, что людям вокруг не нравится, что у тебя есть собака, что она тут ходит и писает, что она тут лает, она вообще есть, что то все пятое, десятое. И даже если все идеально, все равно кто-нибудь будет бухтеть. Да. Это вообще не важно. И получается так, что как только у тебя появляется собака, это как будто такой... Инициация в реальную жизнь. Такой, знаешь, как искусственный двигатель, который дополнительный появляется в твоей жизни, чтобы ты учился справляться с трудными ситуациями, как-то погружаться в свое такое психологическое состояние. Типа, мне некомфортно, но мне надо. Окей, как мне тогда поступить в этой ситуации? Я вот помню вот ту ситуацию, когда мы жили в жилом комплексе, и там всем очень не нравилось, что собаки там писают, какают на территории. Но там было чисто, за собаками в основном все убирали. Да. Там не разрешали по какой-то причине собакам бегать по холмам. Там такие холмы были с травой. Типа, что они там потопчут всю траву или что-то. Потопчут траву, но траву надо топтать, чтобы гуща росла, ребята. У них были какие-то свои причины. И буквально как только ты выходишь на улицу, ты уже в стрессе, потому что чувствуешь, что сейчас кто-нибудь тебе что-нибудь скажет. И я помню тот момент, когда мне хотелось... не только вдвоем с молодым человеком выходить на улицу и гулять вместе с собакой, но и чувствовать себя комфортно, когда я выхожу с ней одна. И я прям чувствовала, как будто, как только я открываю дверь на улицу, у меня прям такой адреналин начинает накручиваться. Хотя
вокруг никто на меня не смотрит, а я уже вся такая заряженная. Ну да, конечно, потому что ты ожидаешь в каждый момент. И там еще, небось, это в чате все обсуждалось. О, да! Ну, понимаешь, нет уже каких-то проблем серьезных в ЖК, только собаки. Ни парковка, ни просто сказать, что классно, что у нас... Вот у нас сейчас в доме красят столбы, которые поддерживают крышу под этими. Никто это не обсуждает. Это как бы само собой разумеется. Обсуждают только ор собак. Ну, там, ладно, ор действительно зашкварный, но когда его не было, тоже обсуждали какую-то, ну, там, что-то негативное. Да. И когда это негативное не про тебя, то оно как бы пофиг. А когда это, ну, косвенно или прямо про тебя, это всегда очень тяжело. Типа, я представляю, что это такое жить в месте, где тебе не рады. Причём, а собака тебе, ну, чаще всего не рады. Причем не рады не потому, что ты себя как-то неадекватно ведешь. Не рады не потому, что есть какие-то объективные причины для того, чтобы как-то к тебе плохо относились. Ну, типа, никто не обсуждал сущих детей, которые засывают нам лестницу, по которой я не хожу с собаками, потому что там засано было. Сейчас они пару лет подросли и вроде перестали это делать. Но как бы всем... Ну, потому что там никто не ходит практически. Ну, кто-то ходит, но прям мало людей, и это никто не обсуждает. Никто не обсуждает, там, не знаю... Никто не обсуждал, кстати, таксу, которая здесь у нас гуляла на детской площадке. Потому что она маленькая, да? Да! Но она, сука, тоже собака. Она вообще-то сыт там. Угу. Ну, типа, ребята туда выходят погулять с собакой. Да, я тоже заметила здесь кто-то на детской площадке, там, где песочница, да, с щенком зашел. И я смотрю на это, как он, да, себе голову. И типа, это окей. Всем норм. Ну, если я со своей собакой иду там вдоль забора без поводка, иногда мне кто-то что-то высказывает. Хотя я иду не по детской площадке. Или у нас тут был конфликт в первый год. Лена только переехала, и мы пошли гулять. Была зима, значит, где-то убранный снег, сугробы навалены. И когда заходишь тут за соседний дом, там детская площадка тоже, и рядом с ней лежал сугроб. И Апач нассал на этот сугроб. Идет какой-то мужик и такой: у вас тут собака на детской площадке. Я говорю, он не на детской площадке, он нассал. Я говорю, ну он не на детской площадке, он нассал на снег. И вообще убирайте. Я такая, у меня говно в руке. Я такая, вот я убираю. Ой, приходи с мужем поговорим. Тут уже Лена не выдержала, она вручает мне, значит, поводок. И такая, она просто молча протягивает мне поводок. И я по ее лицу понимаю, что она просто его сейчас укопает. А там мужик, ну, здоровый, взрослый. И он идет с женой еще с какими-то покупками. Ну, короче, он может от неожиданности, что он вышел из машины, увидел собаку. Я это понимаю. Ну, как бы... И я понимаю разовые акции, ну, типа как разовая протечка. Вот. И это такой термин есть у сантехников. Я узнала позавчера что-то новое. Вот, типа, никогда не все время течет, а вот раз протекло и сразу убрали. Mm-hmm. Вот это разовая протечка называется. Вот, и типа он такой: приходи с мужем, поговорим. И Лена, значит, протягивает мне поводок и бежит за ним. Она прям побежала, потому что они уже прошли мимо, потому что как бы перепалка происходит. Mm-hmm. Время. Она такая: что ты там про мужа сказал? Mm-hmm. Так он перед ней извинился в итоге. Ну, потому что, видимо, и жена такая... нет, жена извинилась за него, и они это все, то есть она все погасила. Видимо, мужик был реально вообще не в настроении. И как бы я такие вещи, в принципе, понимаю, я посралась и пошла. Но когда... Так, стоп, мы куда-то уже не туда зашли. Сейчас в пиньят вернемся. Да, но когда начинается вот это постоянное... гнобление, когда ты не можешь выйти из дома так, чтобы не ожидать, что какие-то будут проблемы, но это очень тяжело.
Мне кажется, что когда твоя собака справляется таким способом, что она просто хуярит пиньяту, то для тебя, как для владельца, из-за вот такого социальной обстановки бывает вдвойне трудно как-то это разрулить правильно. Как обычно проще всего это сделать? Поводок. Просто взять на поводок, я не знаю, придержать. Гаркнуть, да, это святое, дать команду, конечно, но так не надо. Кусок. Ну, обычно все, что приходит в первый момент, это все неправильно. Ну да, потому что оно будет подкреплять в итоге. Да. То есть там очень неудобно получается. Да, там должно быть звено еще дополнительное. И получается так, что для того, чтобы тебе справиться с этой проблемой так, ну, как бы максимально эффективно, тебе нужно не только... Тебе нужно остановиться, расслабиться. Да. Просто остановиться хотя бы. Расслабиться, ладно. Осознать, в чем причина поведения такого собаки. Типа, не бы что было, она просто была очень на нервах. И в новой обстановке ей было непонятно, как вообще себя вести, как расслабиться. И тут такая ситуация о двух концах, что одновременно нужно ее и научить, как в этой ситуации расслабляться, но и при этом свой... Короче, Не обязательно расслабляться, хотя бы просто не... Чуть выдохнуть. Не херачить пиньяту. Постой возле нее с палкой, подумай, как тебе это получить. То есть включить именно мозг, да, а не упавшая шторка и вот это взбивание пены, какая-то бесконечная суета. Да-да-да, которую ты потом выгребаешь из глаз. А не бесконечная какая-то суета. И получается, что чем больше собака суетится, тем больше суетишься ты. И ты тоже иногда просто хуяришь пиньяту. И ты начинаешь хуярить пиньяту как бы в собаку. Да, дам ей кусок, возьму ее на поводок. Ну, и вот это все неправильное. Ну, на поводок, окей. Но, типа, ты пытаешься ее как-то остановить либо эмоциональным взаимодействием, то есть орешь на нее, либо кто-то пытается подзатыльниками останавливать, то есть реально наказывают за такое. Либо просто... Так, что там еще третье было сейчас? Либо пытаешься ее как-то закормить, типа, вот, переключить. Угу. Во. Это же святая святых, блядь, грааль коррекции поведения. Переключаем собаку на себя. Вот мы так и когда работали, И когда ты на нее долго не обращаешь внимания, она начинает хреначить просто все подряд, чтобы ты на нее обратил внимание. А у нее нету... Вот почему сеттер хотел вот это. Потому что когда они... Типа у них были проблемы с сепарацией, и... Ну, как у многих. Вот, у меня теперь тоже есть. И, в общем, получается, что пока хозяйка включена на сеттера, она себя ведет более-менее. Но как только она отключается, сеттер начинает хреначить, чтобы опять вернуть на себя. Потому что она не умеет как-то быть не в плотном эмоциональном контакте и без внимания человека, с которым она находится. Ну, то есть, по сути, самостоятельно, быть самостоятельной. Ну да, да. Типа, если я с собакой куда-то пришла, у меня собака, там, может, он покрутился, ну, Апач, в частности, он может покрутиться, он может понервничать, там, поорать на меня, но не пойдет шарахаться по столам. Ладно, я теперь уже пойдет, но я просто не отпускаю. Вот, он может пойти по людям, типа из-за высокой социальной вот этой тревожности, пойти там к одному подойти, к другому подойти, к третьему. Но он туда идет не за едой базово. Вот, а он туда идет за тем, чтобы люди показали, что они окей настроены, например. Или потому что он просто тревожится, и вот он так себя самостимуляцией занимается. То есть я буду ходить, меня будут трогать, и у меня не будет вот этой тревоги, когда я остановился, и ничего не происходит. Но это тоже тренируется. А потом, ну, типа, если он на поводке, он просто лег, он будет лежать. То есть вот, я могу эмоционально с кем-то разговаривать, я могу общаться с официантами, я могу пообщаться с кем-то, кто подойдет. И он, в зависимости от того, насколько сильно он устал, типа, чем меньше устал, тем выше вероятность, что он не будет
вступать в коммуникацию с человеком, который подошел. То есть он может самостоятельно просто потусить, полежать. Да, вот ты посмотришь, как в кемпе будет. Он будет просто тусить где-то на территории. Сам. Типа в прошлом, на прошлой смене он уходил, мы пока носили вещи в последний день, он там зарылся вообще в горячий песок. Реально, ну там на входе в помещение, где мы едим, угу. там протоптано, естественно, и там песок. И туда жарит солнце целый день, он там лег в этот песок и просто в нем дрых, завалив ноги, блин, на ступеньки, понимаешь, на спине. Ну уже когда большинство людей разъехалось, и собак не осталось. Вот, и... Типа, вот он может сам по себе потусить. То есть я могу его даже не как-то не контролировать. Он даже если Венжи встретит, он максимум на нее гаркнет. Ну, с Венжи он знаком. Возможно, он на нее даже не гаркнет, а просто разменется, потому что там достаточно для этого места. А там, получается, и у Нибы такая штука есть, что из-за того, что ты с ней, ты ее очень сильно контролируешь в каких-то новых ситуациях, потому что ты сама тревожишься. Угу. Ну, собака крупная. Да, да. Собака вот это, быстрая. Вот это социальная штука. Собака упрямая. О, да. И типа, как будто если ты не будешь ее контролировать, она накосячит. Но получается, что чем больше ты ее контролируешь, тем больше она накосячит. Ну, не то, что накосячит, тем тревожнее она себя ведет, тем выше вероятность косяка, и тем сложнее тебе вот это все отпустить. Потому что ты знаешь, какая она может быть. Это прям замкнутый круг такой получается. Да, и вот поэтому сегодня мы про это разговаривали перед записью, что я сказала, что уже время, ну, типа, второй-третий день, это момент, когда тебе надо уже чуть-чуть подотпустить. Ну, то есть получается, что в правильно сказать, коррекции вот этого пиньяточного поведения? Да. Получается, что... Первый шаг — это... Ну, вот мы ее ограничивали, да? Ты не даешь молотить бездумно. Да, то есть в нашей ситуации Ниба была на поводке, угу. и, ну, то есть она была ограничена в передвижении, да. в физическом, да. чтобы идти сувать свой хобот в разные ящики. Жало! В собак, в еду. Вот, и она истерила, но потом укладывалась и даже засыпала. Угу. И потом, вот сегодня, какой сегодня день? Третий? Я не знаю. Ну, какой-то день. Ты приехала в субботу утром, сегодня четверг. Суббота. Воскресенье. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. А что так много? Сегодня уже шестой день? Да ладно. Охренеть. Ну, у нас же было очень плотно. Ну, короче... У нас же было очень плотно. Можно было уже и вчера, да, и давать... Да. В общем, после... Я просто еще пока, понимаешь, я пока сообразила, что происходит, и с учетом того, что у меня было два просто сумасшедших дня. Нет, я понимаю, я именно про в какой день надо было начинать. Mm. То есть это обычно оно происходит где-то на второй, третий, иногда на четвертый максимум. Ну, когда вообще... собака уже поняла, что бездумно хреначить пиньяту ей не дают, и она начала включать мозги. И типа такая, где я вообще? И что происходит? И надо ли мне в этом участвовать? Вот, вот это оно. И вот в тот момент, когда собака пытается сообразить, в этот момент мы ей уже даем возможность бить палкой и промахиваться. Либо даем палку, но даем ей возможность подумать, надо ли ей бить, надо ли ей вообще на это тратить энергию. А как это может выглядеть? Как это выглядит? Это вот то, что я тебе описывала, когда она зашла в комнату. Зашла такая, жала вправо, жала влево, тут ничего не происходит. А, балкон! Она, я уже вижу, как она, знаешь, поджимает губы. У нее эти губы налипают, потому что рот пересохший. У нее, значит, губы налипают на клыки. Клыки видно, кончики. Обожаю это зрелище. Вот, и она такая, там сто пудов что-то происходит. В этот момент я сначала к ней обращаюсь по имени, вижу, что она игнорит. Ну, она не слышит. Не игнорит, она не слышит. Я обращаюсь второй раз, она не слышит. Я машу вот так рукой у нее перед глазами. Она такая, что? Такая, о! А! Я говорю, тебе не надо, иди отсюда. Она такая, да? Ну да, точняк. То есть вот это, у нее есть палка, но нет пиньяты.
либо у нее есть возможность носиться, но она не может ничего стырить. И потом, то есть это она промахивается, а потом мы у нее еще и палку забираем, берем ее на поводок. Угу. Вот она оттормаживается. Первый способ более эффективный, когда у нее есть палка, но при этом у нее мозг работает настолько, не в смысле настолько сильно, а уровень работы поднялся от полностью опущенной шторки. Типа, знаешь, шторка, полностью опущенная шторка приоткрылась на четвертинку, и она такая, а надо ли мне вообще в это включаться? Ну, потому что это все изматывает. Mm-hmm. Это все изматывает, это все ведет к какому-то чрезмерному напряжению. Это очень тяжело. Ну, да. Типа, тебе же тоже тяжело все время за ней следить. Да. Ну, и ты пыталась заболеть, кстати, возможно, как раз из-за этого. Что, типа, у тебя и так, ну, ты устала переезд, ты устала там еще, возможно, от чего-то, от каких-то личных дел, от там, не знаю, сложностей у твоих друзей, и тут тебе еще надо усиленно контролировать собаку. И организм такой: ляг, отдохни. Вот, и мы тебя, получается, выдернули из этого состояния вот лекарствами, ну, типа чаем, амолом и вот этим всем. И сейчас ты вчера начала сморгать опять. И это как раз, видимо, потому, что ты опять, ну, начала типа, включаться. Ты не вышла из этой ситуации. Да, это очень тяжело. Вот я прям нахожусь. Типа здесь. Ты не перестала ее контролить. Да. Я нахожусь рядом с вами, и я чувствую, что я как будто начинаю видеть собаку и то, как она себя ведет, по-другому. Я как будто понимаю, что если я немного сама расслаблю булки, собака тоже расставит булки. И я привыкла к тому, что у меня, ну вот, собака — это продолжение руки. Там моя рука, поводок, собака. И обычно руку вот так вот как-нибудь там хреначит, если мы едем к кому-то в гости, вообще куда-то идем. А когда я вижу, что она без поводка, никак не привязанная ко мне, ходит по квартире, которая для нее, ну, новое место. И ты такая: сейчас ебанет, сейчас ебанет, сейчас ебанет. Да, ебанет. Я такая: нужно что-то сделать. Меня прям подмывает. Я чувствую, что, ну, ты мне говоришь: расслабься, пусть идет. И я чувствую, как у меня внутри меняется, ну вот, меня прям колотит, что мне хочется что-то сделать, но благодаря тому, что ты меня одёргиваешь, ты мне напоминаешь, что сейчас этого делать не надо, я понимаю, что, а, блин, да, это просто моя привычка херачить пиньяту в ответ. А собака уже расслабилась, она уже не херачит пиньяту. Она уже такая, типа, ходит с этой, с палкой наперевес и думает: оно мне надо вообще. Да. А я бегу вдогонку: зачем ты ее хреначишь, эту пиньяту? Да, да, и получается, что вот из этого ты как бы по инерции продолжаешь ее контролировать, она уже перешла на следующий уровень, когда она анализирует то, что она видит. То есть не просто бездумно везде тычется, а она уже начала анализировать то, что она видит, и на этой стадии нужно вмешиваться только когда это необходимо. А у меня прям подмывает, мне хочется её контролировать сразу, да. Потому что есть ощущение, что если отпустить собаку в свободное плавание, то мало не покажется. Хотя, ну, я вообще... Ну, ты же пошла, помылась, она здесь лежала. Да, я вообще... Я когда вышла и увидела, что она лежит, спит, я обалдела. Типа, в смысле, дверь открыта. Там Лена, там Марина, там собаки, там еще еда на кухне. Чего да, кстати. Кстати, да, про это я и забыла. Но я уже так отвыкла, знаешь, ну, не то, что отвыкла, у меня никогда не было какого-то прям большого опыта жизни с собаками, которые воруют еду со стола. То есть для меня это настолько... Для меня это настолько выбивается из привычной картины мира, что это требует какого-то дополнительного контроля, и когда оно перестает требовать контроля, я сразу забываю, что это происходило. Типа, она показалась. Ну да, она перестала на самом деле особо плотно лезть уже вчера, сегодня это уже так, даже до того, как мы ей дали сегодня Габу. Сейчас про Габу сейчас отдельно поясню, почему мы решили так сделать. Вот, короче, даже
до того она уже сильно так не лезла никуда. Да, там на кухне лежала колбаса, там дофига всего лежало. Вообще, ну, у меня дома так не бывает. Я постоянно... А как ты живешь? Я вообще ничего не убираю. Я... Вот у меня с ее щенячества я привыкла под нее максимально подстраиваться. Угу. И... Это... Ну и ты едешь по инерции. Да, и это очень тяжело. И получается так, что я и под нее подстраиваюсь, свои какие-то потребности задвигая на задний план, еще и контролирую ее в этом. И получается, что все равно она может что-то спиздить, например, на кухне. То есть эффективности в этом, ну, очень мало. Но в этом, понимаешь, есть эффективность не бытовая, а есть эффективность эмоциональная. Ну, типа... Ощущение контроля? Ощущение контроля и поддержание уровня кортизола. Блин. Которому ты, как классическая овчарочка, уже, походу, привыкла. Классическая типа он... овчарочка? Ну, и классическая овчарочка — это та, которая все контролирует, понимаешь? Ей все время надо быть на взводе, потому что как только она начинает отдыхать, она начинает беспокоиться. Это типа как, знаешь, картинка, по-моему, какая-то была про то, как разные породы собак меняют лампочку. Типа... О, я не видела. Типа овчарка. Ну-ка, все вышли сейчас, я все поменяю. Да, гиперконтроль, и типа надо все за всем следить. И у разных пород вот этот уровень контроля и уровень тревожности, он разный, и его можно развить, а можно сбавить. Говорят, у коржей он высокий, да? Да, потому что это тоже овчарки. Угу. И потому что это маленькие пушистые собачки с круглыми глазами, которых гиперконтролируют. И из-за их высокого... Ну, тут это обширная тема. В общем, там цепочка примерно такая. Люди заводят маленькую, низкую, что важно, потому что низкая собака очень близко к земле, и она очень быстро может что-то схватить. Типа, если я вижу, ну, допустим, мои собаки, которые на длинных лапах, они когда идут, если они что-то унюхали, у меня есть там какое-то время, пока я соображу. Вам тоже актуально, на самом деле. Я тебе потом объясню. Короче, тут фишка такая, что типа маленькая собака, которая близко к земле, она как будто пылесосит всегда. И она... на нее все обращают внимание, ее тискают. Она... Это маленькая пушистая собачка с круглыми глазами. Это просто взрыв дофамина просто и окситоцина от того, что ты просто на нее смотришь. Так мозг работает. Оно маленькое, оно бархатистое, и оно с круглыми глазами. Это младенец. Все. Мозгу пофиг. Он типа воспринимает, знаешь, в общих чертах. Как это, не тоннельное зрение, а как ты, когда слова читаешь, ты читаешь начало и конец. На самом деле, то есть, когда читаешь бегло, ты читаешь начало и конец. Или там первые пару букв, а дальше мозг достроил и погнали. Вот здесь то же самое, он достроил и погнали. Получается, ты видишь круглые глаза, пушистые, маленькие, а то, что собака вообще пропускает. Да! Что у нее есть зубы пропускают. Да! Вообще, и поэтому такой шок, когда эта собака кого-то кусает. У людей очень часто шок, прям шоковое состояние. Как оно могло? Она же такая моя бабунечка. Да. Ну, блин, эта собака, у нее есть зубы! Она... Особенно, если это взрослая собака. Типа, ну, это абсолютно нереальное. Это, я это называю, знаешь, окситоциновая кома. Просто когда... Это вот, вот... Это как если твой младенец, не знаю, кого-то убьет. Вот состояние такое. Ну да. Шок. У меня у подруги есть корги, и у него когда-то тоже были сложные отношения с собаками. Он мог кого-то тяпнуть, но... Ее отношение к... Ну, то есть у нас в одно и то же время была одинаковая проблема с собаками. Mm-hmm. Но ее отношение к этому было гораздо проще, потому что, ну вот идет коржик. Ну кого-то он тяпнул. Путь. Ну как, ну... Не было такого. Моя бабунечка не могла. Да даже если... Ну я не про нее вообще, смысле, типа люди так рассуждают. Если корж кого-то кусает, это не так пугающе выглядит. Ну да. Нежели собака, подумаешь, которая весит патрицон и с вот такой вот пастью, и вообще, которую иногда дети боятся. И на тебя это тоже сильно капает и напрягает тебя, и тебе труднее становится не контролировать, расслабляться и, в общем, да, оттормаживаться самостоятельно. Да. И это получается еще такой бонус нагрузки,
к твоему такому психологическому пути, когда ты заводишь собаку. Так, я что-то потеряла нитку, о чем ты говоришь. Повтори мне, пожалуйста, еще раз двух предложений. Если у тебя, если ты заводишь собаку, которая, например, большая, или там овчарка, или там какая-то бойцовская собака. В общем, не пупунечка, которой все обычно настроены более лояльно. Короче, не маленькую, не пушистую и не с круглыми глазами. Да, то тебе труднее становится не контролировать ее, потому что ты больше социальной тревоги испытываешь, потому что да. Ну, вот если у меня корж... И в он... плане ее поведения именно, социальной тревоги. Да, потому что на большую собаку обращают больше внимания такого, знаешь, а не сделает ли она чего? Чем а на... почему она на меня смотрит? А да. Что ты на нее пялишь, стоишь? Иди куда шел. Да. Да, я согласна, но я больше про то, что типа люди воспринимают свою собаку как... Не, даже если это овчарка, даже если это, блин, лабрадор, да. Этот, не лабрадор, а лабай. Угу. Как она моя сладкая булочка, она не могла такого сделать. Это как мамы некоторых этих маньяков. Мой ребенок не мог этого сделать. Его оговорили. Неважно, насколько там доказательства явные, и неважно, насколько... Ну, это типа когнитивное такое, видимо, какое-то искажение. Вот, я не сталкивалась с подробным разбором и подробным каким-то, какой-то более подробной информацией, но мне кажется, что это когнитивное искажение. Моя собака, мой ребенок не мог этого сделать, потому что про родителей мы так не думаем. Типа, мой отец не мог этого сделать, да в смысле? Ну, как бы он взрослый, он там такое, сякое, и да, мог. Но мой ребенок не мог этого сделать. И вот это, когда ты находишься в этой окситоциновой коме, а не в... у тебя вот этого нет. Типа, у тебя... Ну, во-первых, у тебя собака более менее инфантильная, более примитивная. И, соответственно, у тебя к ней... И она не пушистая. У нее достаточно четкие черты лица, там, уши такие, знаешь... как резные, это все резное, но все немножко по-другому воспринимается. Угу. Более острое, на взгляд. Да, да. Менее детское. Угу. То есть она вообще не выглядит по-детски. Но когда мы говорим про маленьких пушистых с круглыми глазами... Так, подожди, к чему я это начала говорить? К тому, что про окситоциновую кому... Сейчас, надо вспомнить. Мы говорили про коржей. Про то, что у людей шок, когда их собаки кого-то кусают, и про Бля, слушай, я забыла. Ну, я тебе пока свою мысль сейчас Давай. Скажу, если я не забыла. Сейчас уже будем заканчивать, потому что мы пишем уже почти час, и уже я вижу, что ты начинаешь путаться, и я чувствую, что я начинаю путаться. А, я вот о чем подумала, что в плане собак, и это моя пупунечка, она не могла так сделать... И есть вообще-то третий ответ. Ну, кажется, как будто либо это моя пупунечка, она не могла так сделать, либо это собака-убийца, о боже мой. А кажется, что ответ на самом деле может лежать вообще где-то в другой плоскости. Типа, да, это собака, твоя пупунечка, все дела, но при этом это собака, и в собачьем мире есть столько много причин и... взаимосвязи, которые, ну вот, мы, как простые собаковладельцы, вообще не видим. Это вот, наверное, к слову о том, что позавчера или вчера произошло между собой. Я не помню и уже. Ну, в общем, до того, как ты мне объяснила, что в итоге произошло, я просто думала, что, ну, Нива просто не моя пупунечка, а просто агрессивная доминантная сука, которая хотела кому-то откусить лицо. И... Поверь мне, если бы она хотела, вы бы их не разняли. Вот. Типа, ну, реально, вы бы не разняли. И, ну, если бы тебя не было в этой ситуации, и ты бы не объяснила, что на самом деле у них там своя вселенная, и что там было очень много причин и предыстории, ну, я бы так не начала... Так бы и продолжила думать, что просто моя собака, ну, агрессивная. И... Ну, это логичный вывод. Да. И кажется, что
в этом таком психологическом пути, когда ты заводишь собаку, ты вообще должен прийти к тому, чтобы снять свою вот эту инфантильную пелену пупунечки с глаз. Да, выйти из окситоциновой комы. Да, выйти из окситоциновой. Начать смотреть. И увидеть, что да, это твоя собака, которую ты любишь, обожаешь, и там твоя пупунечка, но при этом это собака, у нее есть зубы, и... И у нее есть реакции на какие-то внешние стимулы, и иногда они обусловлены еще внутренним состоянием, там, болью, еще чем-то, напряжением, которое она не может никак снять. Да, и что стимулы, которые ее подтягивают, чтобы что-то делать, свое собачье, они могут быть не такими очевидными для тебя, как для человека. И ты... Ну, они всегда не очень очевидные на самом деле. Типа они... Да. Ну, смотри, мне, чтобы в этой ситуации разобраться, понадобилось 2 дня. Проговаривание, обсуждение и вопросов. Анализа, да. Анализа, именно прокручивание в голове каких-то уточняющих вопросов. Ну, так и как бы я этим занимаюсь 10 лет. Угу. И если бы я была... присутствовала при этом... скорее всего, я бы решила быстрее. Потому что, ну, я бы видела, что именно происходило в моменте. А так я про это знаю с ваших слов, с Леной. Вот. И я что хочу сказать, что даже для специалистов это может быть... То есть это как раз вот эти интересные кейсы, про которые я тебе говорила, что мне интересно в них колупаться. И мне интересно в них их разбирать. И это пока что... поддерживает меня в том, чтобы продолжать как-то развиваться в сфере, потому что какие-то суперпростые вещи мне уже, ну... Надоели, да. Да, не потому что они глупые, не потому что мне задают глупые вопросы, а потому что просто я на них ответила уже очень много раз. Логично. А для меня, как для СДВГшника, важно, чтобы мне было интересно. Угу. То есть есть... Типа, 2 типа кинологов. Ну, не 2, конечно. Ну, типа, есть люди, которым окей с каждым новым человеком разбирать одно и то же. Но мне кажется, что тоже они выгорают со временем. И качество работы падает, и отношение к людям падает. И вот это высокомерное, господи, да вы заебали со своими тупыми вопросами, а я про такое слышала, про... обсуждение в таком тоне, типа, да все владельцы тупые, в чате кинологов. Я в нем уже на тот момент не состояла, но для меня это показатель того, что человек либо занимается не своим делом, либо он очень сильно задолбался. Причем там какая-то вроде как молодая девочка была, я ставлю на первое, что ей не надо. Просто потому что, ну, такое отношение всегда... чувствуется, когда ты приходишь к специалисту, и он тебя считает тупым. Да. Это прям очень всегда чувствуется. Вот, и... Бля, ну мы опять куда-то ушли. В сторону. Давай возвращаться. Я не помню, где мы были. В пиньяте? Ну, про пиньяту мы как будто бы все обсудили. Я еще держу в голове, что нужно сказать, почему мы решили не бедать Габу сегодня, попробовать. Угу. Вот. Если ты хочешь что-нибудь еще добавить про пиньяту, ты можешь. Кажется, нет. Кажется, нет. Ну, если вдруг что-нибудь решишь, ты, ну, говори. Хорошо. Вот, короче, почему мы решили не бедать Габу, при том, что я глобально против каких-то медикаментозных коррекций поведения. Мы это сделали не для коррекции поведения. Мы это сделали сегодня потому, что... она начала грызть себе хвост, не гоняться за ним, а типа она повиляла хвостом, он у нее зачесался, она его типа стала выкусывать. Через секунд 30 это повторилось, я говорю, давай попробуем дать Габу, потому что она, очевидно, физически настолько напряжена, что сейчас работать с поведением будет бесполезно. Типа она не сможет... Когда ты физически напряжен, то требовать от себя же расслабления, ну, невозможно. Надо сначала что-то сделать, чтобы тебя расслабило. Я принимаю ванную.
Ниба не любит ванну, она там напряжется еще сильнее. Мы вчера, Лина, по моему совету, вчера ушла. Сколько вы гуляли? Часа 3? Ну, прям до хренищу как-то. Час я уже... 50, наверное. Ты что, серьезно, так мало? Да. У меня, по моим ощущениям, вас не было часа 4. Но у меня в таком состоянии отключается ощущение времени, так что все нормально. Не больше 2 часов. Ну, в общем, они сходили вчера вдвоем без других собак, просто на мега длинную прогулку. В поле сходили, она там погоцала, поскакала. Что? Слово классное, погоцала. Ну, белорусская. Короче, она там погоцала, поскакала в поле, где-то они еще просто походили, обе подрасслабились, и после этого она прям себя получше стала чувствовать. А сегодня с утра я заметила, что она физически еще более напряжена, ну, что логично. И плюс у нее есть... Ты чувствуешь запах тоже, да? Да, у нее на хвосте капельки. Тихонечко, предупреждаю. Хорошо. Ну, вот у нее там на хвосте капельки, она их вылизывает. Угу. Короче, у Нибы есть подтекание, которое не снимается таблетками от подтекания. Я не знаю, что ты ей даешь, пропалин? Навитропан. Навитропан. Который, короче, не купируется. И я предположила, что, может быть, у ее подтекания есть как-то психогенные причины. Короче, из-за большого напряжения физического и эмоционального, и в первую очередь физического, то есть напряжение мышц, у нее не работает в достаточной мере сфинктер. В общем, там сложно. Это моя сложная теория на этот счет. Я пока не готова ее подробно объяснять. Но то, что она начала грызть хвост, выкусывать, мы обсудили и решили попробовать ей дать габу, чтобы снять именно не как успокоительное, чтобы снять мышечное напряжение. Чтобы чуть-чуть ее подрастащило. Я сама принимаю габу периодически с этой же целью. Если я за день очень сильно эмоционально нагрузилась, очень сильно напряглась, и у меня нет сил сделать какую-то физическую растяжку, полежать в ванной, или у меня напряжение эмоциональное, которое провоцирует мышечные зажимы, и вот тогда я пью габ. Ну, это типа самое последнее средство, когда ты уже... Все попробовал, ты попытался заснуть, у тебя не получилось, и вот только тогда, в самом крайнем случае, потому что я боюсь на нее подсесть. Я думаю, что можно подсесть как на бейсбол. На вот это... На бейсбол же подсаживаются не только на опиоиды и транки, а подсаживаются просто, когда, типа, ты пьешь бейсбол, у тебя все негативные... Ну, типа, тебя обезболивает целиком. И, соответственно, когда действие бейсбола прекращается, ты опять чувствуешь эту боль, как мышечную, там, еще какую-то, головную, и ты просто не можешь существовать без бейсбола, потому что без него тебя всю зачем выкручивает. Зачем существовать без бейсбола, если ты можешь существовать как теплое маслечко? Да, расслабленно. Вот, и я думаю, что на это можно подсесть, и как бы я думаю, что то я могу подсесть на габу, поэтому я очень аккуратно прям с ней. И так. Короче, вот поэтому мы решили дать ей и посмотреть, может быть, ей это поможет. Но напомню, идет 6-й день. И в принципе, если бы Лина здесь задержалась недельки на 2, если бы ты задержалась здесь недельки на 2 или на месяц, я бы не давала ей сегодня габу вообще. Потому что она бы пришла в более-менее норму свою еще за пару дней. Вот, но поскольку у нас через пару дней начинается кемп, и желательно ей все-таки тут денечек подвыдохнуть, да, подрасслабить булки. Вот, напоминаю, что не нужно давать никакие препараты без назначения ветеринарных врачей, консультаций и всего такого прочего. Вот, если вы это делаете, вы должны понимать риски и... И риски. Ну, короче, не делайте самостоятельно, если вы не понимаете, как это работает, и не понимаете, для чего это делать. А просто вот где-то услышали, что это помогает. Вот вы у меня услышали, не надо самостоятельно это делать. Сходите к ветеринару. Я ходила. Вот. И у меня вообще-то есть ветеринарное образование, про которое я обычно
ну, я стала про это чаще упоминать, потому что реально... А кто ты такая? У меня диплом! Вот. Короче. Если, и как всегда, ты хочешь что-нибудь в заключение сказать? Нет, наверное. Спасибо. Я говорю тебе. Тебе говорю спасибо, спасибо. Левыми руками пожались. Это что вообще происходит? Две правшие собрались на тусовку. Вот. Мне нравится такой формат. Кто дослушал до конца, скажите, нравится ли вам и делать ли еще что-нибудь такое. Потому что в обсуждении всегда как-то оно получается более, мне кажется, интересно. Вот. Живенько. Живенько, да. Я, как всегда, хочу с вами все пообсуждать в комментах, поэтому не стесняйтесь, пишите. Если вы считаете, что я несу бред, тоже пишите. В общем, пересылайте друзьям, которые вместе с вами поржут надо мной. Все нормально. Я к этому нормально отношусь. Если вы считаете, что я не несу бред, тоже можете пересылать друзьям. Короче, давайте нас будет больше. Вот. Спасибо за внимание. Всем пока. Кто едет в кемп, увидимся в кемпе. Кто нет, будете смотреть сторики. В следующем году, возможно, кемпа не будет.